Международный женский день 8 марта вошел в список государственных праздников России в 2002 году. Праздник отмечается с особой теплотой, ведь он выражает любовь и уважение к прекрасной половине человечества. Всех женщин Десногорска поздравил глава города Андрей Шубин. Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие. С праздником вас, дорогие женщины! В зале городского центра досуга царила атмосфера тепла и любви. Яркие номера подарили зрителям приятные впечатления. Концерт очень понравился, и вообще почаще бы нам в Десногорске иметь такие музыкальные праздники. Будет куда пойти и будет чем занять свое свободное время. Спасибо всем участникам концерта. Концерт, посвященный женщинам, он очень всегда теплый, очень всегда хороший. Женщины у нас всегда теплые, радостные наши, любимые женщины. Ну, самое главное, женщины, поздравляю вас с праздником. Самое главное вам здоровья, благополучия в семье, чтобы ваши мужья были вашими крепкими опорами.